Здравствуйте, ребята. Значит, вот настал момент двух эмеров друг с другом, значит, тягать, так сказать. Значит, у нас эмер обычный, со стволом ИШ-61, который я покупал, значит, ИШ-61, охотный ряд, это Москва, значит, гостиный двор, магазин «Кольчуга». Потом пошел МР-512, М, АШВ, как видите. Пошли слухи, что стволы, значит, чисто стволы, значит, с Германии везли, потом собирали их в Россию. 2008 год, 2004. Короче, 3,2 перепуск, 3,2 перепуск, значит, ГП, значит, и ВП, значит, газовая пружина, витая пружина. 540 7 грамм GSB. К сожалению, я не нашел. 0,51 дома оставил. Значит, 20 метров ровно с фаски ствола, ребята. Ровно 20 метров с фаски ствола. Вот. Сейчас на оптике посмотрим. Значит, посмотрим на оптике, что там видать. Вот это, значит, гамма оптика, ну, сетка моя, так сказать, я такой фигней занимаюсь. Гамма 39 на 32, вернее 39 на 40, а это у нас на 32 UTG. Ну, в эту сеточку тоже глянем, ребята, и начнем снимать видос. Ну, здесь вообще шик, арбалетик. Все, ребята. Я, значит, ну, я уже привык. Сначала, значит, бла-бла, потом компот. Вот так вот. Сегодня у нас ветрено. Ветер такой нестабильный, то туда, то сюда. Ну, это как всегда. Отмазки пошли уже. Значит, начали, ребята. Вот она. Значит, 512 HV МК, значит, в эти две по 5 я буду стрелять. ГП, значит, обычный, вот в эти я буду стрелять. Ну, остальное, наверное, все знаете. Значит, у ТГ 32, значит, у 512, значит, М 3 9 на 40. Все, пошел.
языком. И что же у нас тут получилось, ребята? Этого я ждал. Значит, ВП, значит, витая пружина, значит, HV. Вот. Три сели вроде. Четвертый вообще убежал. То же самое, три сели. Четвертый, пятый убежал. Но не знаю, вот. Может здесь. Короче, доработать его надо. Его надо доработать. И спуск, и ГП там наставить, и так далее. Ну. Рука минчанина, значит, все радует. Мастер хороший, мастер дела очень сильный. Ребята, это значит, тетрадька, короче, ну знаете. 2 кубика, 1 сантиметр. Ну, я кучи недоволен моего эмерчика. Он чуток начал дизелить, чуток совсем. Значит, если дизелит, ребята, да, вы не мазали, да, его лишний раз, значит, скорее всего, с ГП чуть-чуть начал вытекать, масло начал вытекать, и вот такая херня вот после него происходит. Ну все, ребята, спасибо огромное за внимание, и скажу, что в честь юзера 007 я этот видос снял. Пневматика для всех, значит, он там, юзер 007, значит, 512hat.ru. Вот так вот. Все.